Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка. Это товары из раздела $1. Заплатил я за них там 3,29, по-моему, за все три товара. Вообще я много заказывал, почти с каждого обновления товаров заказывал что-нибудь из $1 для того, чтобы посмотреть, что это. Вот, допустим, мне там машинки понравились. Ого, это получается... что они вот эту вот штуку они не доложили в прошлый раз в одну из посылок, и вот теперь ее положили. То есть за вот это вот все я заплатил, за вот эти вот три штуки я заплатил 3,29, по-моему. Вот, ну и давайте посмотрим. Металлический конструктор я еще первый не собрал. Давайте посмотрим, немного упаковка примялась, но вроде металлические конструкции не повредились. У меня уже есть один конструктор, я его распаковывал в одном из выпусков, вот, но я никак руки не доходят, очень много посылок идет, но я обязательно соберу и постараюсь собрать эти штуки на видео, чтобы было видно, как они собираются. Вот, обязательно это сделаем, но пока руки не доходят, ну, в будущих сериях, кому интересно. Если интересно, пишите в комментариях, и тогда я постараюсь ускориться это. Вот, если кому-то будет интересно, как собираются эти штуки. Вот, откладываем. Далее, вот такой вот ксилофон музыкальный. С одной палочкой почему-то. Всегда думал, что у ксилофона должно быть их две. Но звенит. Ой, сфальшивил немножко. Но для меня это отлично. Звучит классно. Ну, пластик такой, есть косячки по пластику, смотрите. Вот. Небольшие. Но собрано хорошо и звенит хорошо, то есть, что немаловажно. И плюс палочка, я не помню, нужно посмотреть в обзоре. Палочка пришла одна. Почему она одна, непонятно. Вот такой вот упаковочке. Музыкальный ксилофон. Наверное... подарю сынишке, он будет папе делать нервы вот таким ксилофоном. Далее, последний, так, посудка. Ну, посудку давайте посмотрим последнюю. Вот, набор для ногтей. Сделано из какой-то тут кожзам, а здесь ткань и на ней что-то налеплено. Очень красиво выглядит, и снизу такое рифленое, открывается нажатием кнопочки. Кнопочка тугая, вот видно. Вот здесь у нас идет вот такие вот инструменты, я не знаю, как там их называют. Пинцетик мягкий. Металл, кстати, такой тоненький. Пилочка пилит. Вот два вот таких кусачечки. Вот, а, они разные. Одна под углом получается, видите? С угловым. И вторая, это, наверное, для... здесь заусеночки отщелкивать. А это для ногтей. Вот, набор прикольный. Ногти я вчера подстриг, поэтому сейчас попробуем что-нибудь... Ножнички тоже я в руку взял, и сразу такие они очень-очень тонкие, и здесь на них одета резиночка такая. Такие, ну, не фонтан качества вообще. Вот она уже, все, ножницам капец пришел. Подстриг ногтик. Все. Ножницы из этого набора, ну, совсем никуда не годные. Пинцет тоже фольга. Вот эти вот два вроде неплохо сделаны. Да, эти не гнутся, вроде хорошо сделаны. Этот
Давайте второй посмотрим. Вот. Инструмент. Тоже тонкий. Но я думаю, что-то можно им сделать. Я не знаю, для чего он. Вот. Пилочка тоже ничего так. Ну, эти сделаны щипчики хорошо. То есть, считай, набор взяли из-за коробочки. И ножнички тут никуда не годятся. Все, они уже сломались. Вот, их покрасить и выкинуть. Так, а я еще заказал второй такой набор. Добавлю ножницы, еще я раз попробовал, и они сломались. В общем, ножницы выбрасываем однозначно, остальное... Коробочка классная, да, если у вас, допустим, есть ножнички старые, которые хорошие, и коробочка у вас уже испортилась, то можно взять эту коробочку, шкатулочку. Вот, так она не открывается, нажимаем. Ну, тоже немного кнопка ходит у нее, вы видите. Сейчас покажу. Подозреваю, что она может тоже недолго продержаться. Вот. В остальном, ну, такое, в общем. Все. И последнее, это набор посудки. Я его планирую дарить, поэтому открывать не буду. Вот здесь вот немного порвалась коробочка. Вот. Или давайте я аккуратненько попробую открыть, достать. Тем более она отклеивается, потом попробую подклеить. Давайте достанем. Пластик очень легкий, обычный такой дешевенький пластик. Вот, ручка тут гнется, ходит. Вот, но за его стоимость вполне пойдет посудка. Тем более деткам нужно побольше посудки. Вот. Чем больше посудки у них, тем это лучше. Топорик есть. Сделано, да, качество пластика, ну, очень дешманский, дешевый, мягкий такой. То есть вот все гнется. Ну, зато нельзя пораниться, я думаю, этим топориком. Вот здесь есть заусенки. Давайте еще какую-нибудь ложку достанем. Вот, лопатка. Вот такое вот. Ну, сойдет, в общем. Набор. Вот такой вот наборчик. В принципе, у меня все. То есть набор. Самое прикольное, что мне понравилось, это вот металлический набор, но мы еще не дошли его собрать. Вот, и ксилофон. Это вот из этой покупки, это все у нас хорошо. Ну, а остальное такое. Пусть будет. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!